Это праздник, когда детям дарят подарки, когда их не обижают. А тебя кто-то обижает? Да, в детстве меня обижали. Кто? Кто-нибудь, я не помню. Ну и правильно, обидчиков не надо запоминать. Ну то есть, если что говорим, мы разберемся. Для меня это лучший праздник в мире, как мой день рождения. Это почему? Потому что подарки дарят? Нет. Почему? Ну потому что первый день лета. Можно покупаться где-нибудь в бассейне, например. Что бы ты хотела получить? Давай прям маме говори. Не знаю. Но все-таки, ну что-то же хочется. Ну если бы у меня была мама миллионер, я бы попросила iPhone 14 Pro Max. Если бы у меня мама была миллионером, я бы попросила то же самое. Я летом поеду в Саншай. А, ну я так понимаю, это и есть подарок ко дню защиты детей. А что это за место? Саншай – это где мы будем изучать подробнее английский, и туда приезжают люди, которые уже родились с английским языком. А ты родилась с английским языком? Нет, я родилась с русским языком. Я еще изучаю китайский язык, английский и русский. Вау, а можешь что-нибудь на китайском сказать? Нихао. Нихао – это что? Здравствуйте. Ну, какую-нибудь фразу вот на английском, там, hello, my name is Katya. Нихао. Как бы ты его нарисовала, этот праздник? Ну, я бы нарисовала детей. Детей? Да. Радостных, счастливых? Да. А ты радостный, счастливый ребенок? Ну, да.